Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот, видите, куча скопилась какая. Это все с озона. Но тут у нас событие было. Жорка сбежал, и не до распаковки было. Отложили мы это дело, теперь Жорка нашелся. Ну что, будем распаковывать. Кого пригласим? Наверное, пригласим мы Радочку и Марсика. Будем по очереди это делать, приглашение на распаковку. Сейчас будет вот такая композиция. Вот видите, сколько накопилось. Это вот коврик. Вот сюда хочу поменять большой коврик. Такой 1,20 м на 80 м. А то, видите, он не помещается. Некоторые ботиночки. Потом еще я сейчас буду рассказывать, объяснять, что чего. Пойду Марсика приглашу. Марсик! Марсик! Это у меня фильтр такой стоит. Пропускной. Так, Марсюшка, я к тебе по делу. Вот вы вдвоем с Радочкой будете мне помогать. Так, Марсюха, быстрей. Ты сюда. Сюда, сюда, запрыгивай. Ну что ты, не отсюда же, вот отсюда. Рада, ты будешь вот так вот. Марсик. Вот так, умничка. Так, включаем освещение побольше и начинаем заниматься распаковкой. Это нам вот такой поднос пришел с озона, видите? Марсюшка, ну так еще можно, но не больше. На стол только двумя лапами можно. Я чуть-чуть пододвину, и только не вздумай на стол залазить целиком. Слышишь меня? Все. Так, Радочка, ты здесь будешь сидеть. Вот, ты у нас будешь... Кем у нас ты будешь? Консультантом. А Марсик будет... Марсюшка, там нам с озона всегда присылают какие-то сюрпризы. А какие сюрпризы, ну, мы сейчас посмотрим. Будем носить. Вот. Сейчас мы поставим первая партия. Вторая партия. Так, Марсика мы носим. Викторию сейчас пригласим, она будет нас снимать. А мы будем распаковывать. Почему я это делаю? Распаковки все показываю. Знаете, многие пишут, это очень здорово. Вот, например, заказываешь вещь, а не знаешь, как она выглядит. А тут я и могу рассказать, показать. Я уже некоторые вещи заказывал на озоне. И уже повторно, уже что-то я знаю. Вот, например, на мне шорты, видите, зеленые. Я заказал, чтобы был полный комплект, красные и желтые шорты. Очень хорошие шорты, рекомендую. Эластан, модал, микромодал. Я раньше таких даже названий не знал, а сейчас знаю много чего. И вот они на мне просто чудесным образом сидят. Вот, видимо, скорее всего, вот это они. Я уже ощущаю. Давайте я даже вот ради интереса сюда отложу. Если здесь будут шорты, то значит я обладаю интуицией. Ну, развитой, так скажем. Ну вот, давайте еще одну коробочку. Я уже забыл, что здесь. Времени прошло много. Наверное, мы больше и не будем сегодня распаковывать. Остальное на следующий раз. Самое главное нам сюрприз найти. А здесь еще много вон чего, видите. Я еще похвалюсь, что уже
распаковал. Да, видите, много. Это коврик. Коврик мы тоже потом распакуем и постелим. Марсюнчик, ну что там, чем пахнет? А вот смотрите, я похвалюсь, что уже мне пришли 9 пластинок Бетховена. Все 9 симфоний. От 1 до 9. И я слушаю их. Вот у меня они уже стоят, эти диски. И я каждый вечер, и вы знаете, земляне, вы не поверите, я под Бетховена делаю гимнастические упражнения, то есть зарядку вечернюю. Я двигаюсь, шевелюсь, какие-то пируэты, там фантазии. Очень здорово под Бетховена. Вряд ли еще кто-то делал зарядку. Это только Александр Док. До такого додумался. Ну что, начинаем распаковку. Поехали. Так, занимайте места согласно купленным билетам. Марсик, быстрее. Марсик, ты у нас. Марсик, садись сюда. Да что вы все на одно место? Да, ты будешь у нас главный контролер. Ты будешь проверяющие. Ой, пока этих рассадишь. Ты здесь сидишь. А ты здесь сидишь. Все, начинаем. Спокойно. Маша, я Дубровский. Марсюнчик, должен быть в какой-то коробочке сюрприз. Обязательно это молочное молочко, маточное молочко с женьшенем. Вот так вот. Тебе или тебе? Или тебе? Тебе. Дальше, что здесь? Я уже не помню. Марсюшка, вормуемся. Что здесь? Ух ты! Что это такое? Конфеты. Марципан. Марципан. Понюхай. Марсик, это такая рожа серьезная. Как? Это тебе тоже? Ну, а вы бы видели лицо Виктории. Она такая умилённая. Ну да, раз вы настаиваете. Конечно. О, вот они, мои красные и желтые эти. А что же здесь тогда? Я почему-то подумал, что здесь будут. Какое любопытство. Боже мой. А я в детстве тоже любил, когда приходили посылки распечатывать. И вы знаете, тогда еще и письма бумажные приходили. Что это? Шоколад Гойки. О, скроем. Марсиковые глазки. Марсюшка, это шоколад Горький. Тебе нельзя шоколад. Или можно ему Горький? Тебе можно? Так. Ну, это что? Тебе? Это тебе? Да, или тебе? Да, да нет. Именно. Опять тебе. А когда же мне будет? Шелкунов. Все, Кать, у нас это есть. Это тебе. Это мне? Можно да, мне, да? Ой, спасибо. Мы земляне. Хитры. Мы сейчас посмотрим кучки. Это Виктория кучка. Так, это еще, о, еще что-то. А что же это? Темный шоколад, кусочка. Это кому? Это нам, нам. Это нам, на нейтральной территории всегда, будет, да? Всегда. Это нейтральная территория. Так, Марсик. Еще. Еще коробочка. Что уже в ней? Всегда волнение какое-то. А мы еще раньше на почту ходили пешком. О, что я заказал. В магазине ж этого нету. Фу, это вам. Это нам. Тогда нам вот сюда, на блюдо, а вам просто так. Вот так. Стоять. Ну пусть это так. Так, это что еще тут? Что там? Ягоды и орехи в шоколаде. Кому? Это нам, нам. Мы ягоды в шоколаде любим. Это вам. Да. Вот так вот. Так, это у нас
спорный вопрос. А это что? Ну, а здесь я вынужден был сделать паузу, потому что кто-то пытался мухлевать и перебрасывать на свою сторону особо вкусные вкусняшки. И этот кто-то был мною уличен. Я поговорил с этим кто-то, объяснил ему, что так нехорошо делать, и поставил ему на вид. В итоге ролик пришлось прервать. Мы немножечко побеседовали. Волос у меня на голове стало еще меньше. Ну, а что было потом, будет в следующей серии. А эта серия пока что заканчивается.